Обманутым дольщикам будут помогать. Более 150 миллионов рублей из региональной казны депутаты законодательного собрания намерены в следующем году перенаправить на достройку проблемных объектов. Соответствующее решение озвучил сегодня председатель регионального исполкома партии «Единая Россия» перед участниками долевого строительства. Такая финансовая модель достройки домов предусматривает и вложение активов самого застройщика. В случае успешной перекройки бюджета региональные власти планируют окончательно решить острую проблему. Будем изыскивать эти, хотя это не так просто, 154 миллиона рублей в бюджете следующего года. Мы, значит, и в моем лице наша фракция, значит, я думаю, изыщет эти средства и проголосует за них. Вот. Ну а дальше будем в ручном режиме сопровождать, чтобы новые сроки не появились, чтобы они, наоборот, только с ним, как говорится, двигались в сторону ускорения. Участниками встречи стали 9 дольщиков с купленными квартирами в домах разной степени готовности. Пока строительство замерло во времени, люди продолжают исправно вносить плату за голые стены. Сейчас мы, получается, вынуждены оплачивать ипотеку, оплачивать съемное жилье. Плюс, естественно, там коммунальные платежи и все остальное тоже никто не отменял. У меня ребенку 2,5 года. Я на данный момент пока еще не работаю. Нам нужна квартира. Пока квартиры не получены, дольщикам власти продолжают оказывать социальную поддержку. Сейчас ее получили 103 заявителя на сумму 17 миллионов рублей.